Коллеги, всем доброе утро. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Если нет, пишите в чате. Хочу в первую очередь поблагодарить вас всех за то, что смогли выкроить время в своем плотном графике. Я уверена, сейчас у всех у нас с вами много работы, и это хорошо. Спасибо за то, что нашли время и смогли присоединиться к нашему вебинару. Со своей стороны я постараюсь дать только самую важную, краткую, но в то же время полезную информацию по Шри-Ланке и по отелям Radisson, которые я представляю. Итак, поехали. Меня зовут Анастасия Борисова. На Шри-Ланке всего 3 отеля Radisson. Это 2 замечательных 4-звездочных отеля. Radisson Канди, Radisson Коломбо и гвоздь нашей с вами сегодняшней программы – шикарный 5-звездочный Radisson Blue Resort Galle, который находится на юго-западном побережье, самый привлекательный для наших с вами туристов. Про все отели расскажу сегодня, но в первую очередь пару слов про Шри-Ланку, про саму Шри-Ланку, про страну и про остров. Страна замечательная, потрясающая природа, шикарные, очень интересные возможности для отдыха. Есть огромное количество достопримечательностей, которые можно посмотреть, а также прекрасная погода, огромное количество фруктов, рыбы, морепродуктов. Все, что нашим с вами туристам нужно для хорошего качественного отдыха. Поэтому Шри-Ланку настоятельно рекомендую всем своим туристам предлагать, особенно учитывая то, что у нас сейчас выбор стран, по сути, небольшой. Первое, на что хочу обратить внимание, Шри-Ланка открыта для туристов. Что касается ковидных ограничений, то они практически все сняты. Я имею в виду ношение масок, ограничения какие-то. Их нет. Есть единственный момент. Это вакцина. Если туристы вакцинированы, они просто прилетают на Шри-Ланку. Если не вакцинированы, они до вылета сдают ПЦР-тест. За 72 часа до вылета здесь у нас в Москве, в России. Это единственное ограничение ковидное, которое на данный момент существует. До недавнего времени был еще второй момент, это страховка от ковида, дополнительная к обычной туристической медицинской страховке. Так вот, теперь, ну, возможно, кто-то сталкивался, да, когда Шри-Ланку бронировал, продавал. Сейчас эта дополнительная страховка тоже не требуется. Поэтому одно единственное ограничение – это либо вакцина, либо ПЦР-тест до вылета. Это первый момент. Второй момент. Как попасть на Шри-Ланку? К сожалению, прямых рейсов на данный момент нет, но я уверена, что это не навсегда, и мы с вами ждем, надеемся, и есть, да, уже предпосылки для того, чтобы рейсы прямые возобновились ближе к началу зимнего сезона. Но это не значит, что сейчас Шри-Ланку нельзя рассматривать как направление для отдыха, потому что есть огромное количество рейсов стыковочных и огромное количество вариантов, как на Шри-Ланку попасть. Они разные, зависят от цены, от времени стыковки, от того, как туристы хотят, да, через Дубай или через Доху, или, ну, в основном это арабские страны, это Арабские Эмираты. Стыковок масса, есть разные варианты, можно подобрать оптимальный маршрут для туристов, учитывая их пожелания по времени вылета и так далее, и так далее. Есть даже туристы, которые с удовольствием эту стыковку используют для того, чтобы еще и в Эмиратах остановиться и посмотреть там Бурдж-Халифу или посетить Дубай Молл. Поэтому перелет сам как таковой, он не является препятствием для посещения страны. Третий момент. Конечно, мы с вами живем не в изолированном мире, мы все с вами знаем о том, что на Шри-Ланке экономический кризис, который уже достаточно долго, там страна пытается с ним справляться и бороться. Но я хочу сказать, что на туристов наших с вами этот кризис никак не отражается.
Даже наоборот, туристы сейчас являются единственным источником и самым очевидным способом выхода страны из этого кризиса, потому что наши с вами туристы привозят в страну деньги. И поэтому к туристам всем относятся как к хрустальным вазам. В прямом смысле этого слова. И это видно, это чувствуется. Я с Шри-Ланки прилетела, просто чтобы не быть голословной, меньше 2 недель назад. Я это почувствовала на себе, и могу вам гарантировать, что туристы организованные, которые едут не самостоятельно, за них мы с вами не можем нести никакой ответственности, но те туристы, которые обращаются в агентство и дальше с помощью оператора, надежного, такого как Annex Tour, они едут на Шри-Ланку, с ними ничего не случится. В отелях все прекрасно, все замечательно, все в достатке. Единственный, вот с чем, да, чаще всего, те вопросы, с которыми я чаще всего сталкиваюсь. Первое, это отключение электричества. Да, эта проблема есть, она существует, они пытаются с ней справиться. Есть такой момент, как отключение ежедневное электричества. Да, к сожалению, местное население от этого страдает, испытывает неудобства. Но наши с вами туристы никак это на себе не испытают, если они останавливаются в отелях. В отелях как минимум 4-5-звездочных есть генераторы, и поэтому отключение электричества они никак не почувствуют на себе. Да, в частных домах, где люди живут, это есть, это порядка 2 часов ежедневно происходит. Но наши с вами туристы это не почувствуют никак. Второй момент – это очень большая проблема с бензином. И даже в начале недели была объявлена такая мера, они прекратили выдавать бензин, продавать бензин частным лицам. Это большая проблема, да, и, к сожалению, вот такая мера была принята. Но это не означает никаким образом, что туристы будут испытывать с этим проблемы, потому что все принимающие компании, которые обслуживают наших туристов, я имею в виду с точки зрения транспорта, да, организовывают трансфер, а также организовывают экскурсии и так далее. Я, положа руку на сердце, вам говорю, что проблем с бензином у принимающих компаний нет. Страна делает все возможное, чтобы обеспечить в первую очередь бензином те службы, которые обслуживают туристов. Для того, чтобы поток туристов в страну не прекратился, чтобы они там были довольны и счастливы и вернулись в страну еще много-много раз. Поэтому да, более того, я общаюсь ежедневно с отелями, с принимающими компаниями, это временная мера, и в ближайшее время вопрос будет тем или иным способом решен. Поэтому однозначно нет никаких препятствий, очевидно, для того, чтобы наши с вами туристы туда поехали отдыхать. Вот, Анжелика пишет, тоже была 2 недели назад на Шри-Ланке. Да, есть очереди на заправку, машины с туристами заправляют в первую очередь, без очереди даже заправляют. Но еще один момент, который хочу сказать. Если у нас туристы едут в составе тура, то принимающая компания, которая их встречает, организует им экскурсии, она изначально этот бензин имеет. Все крупные принимающие компании и те компании, с которыми работает компания Annex Tour, они не испытывают проблемы с бензином, потому что он изначально есть. Они к этой ситуации подготовлены, и проблем с бензином туристы наши с вами, они с этим не столкнутся. Есть еще один момент, такой, вопрос, который всегда мне задают, и вам наверняка туристы тоже задают. Это сезон или не сезон? Вот 2 минуты на этом тоже остановлюсь. Вот сейчас у вас на экране карта Шри-Ланки. Я хочу сказать, что сама Шри-Ланка, если посмотреть на глобус, она находится практически на экваторе. Что это значит? Что здесь в течение года стабильная погода и стабильная температура. И колеблется она от 27 до 30 градусов. Представляете, какая вилка маленькая? То есть здесь нет экстремально высоких температур, как в арабских странах, да, где летом дикая жара наступает и невозможно дышать.
стабильная, очень ровная температура в течение всего года. Температура воды в океане также очень стабильна, и она очень комфортная для купания. Более того, очень интересно, что рассвет и закат тоже в течение года в одно и то же время происходит. Закат можно часы сверять в 6 часов вечера, закат ежедневно в одно и то же время в течение всего года. Просто как интересный факт. Но, несмотря на то, что вот температура в течение года одинаковая, есть такое понятие, как муссоны. И вот сейчас у нас летом как раз действует муссон. Что он с собой приносит? Он приносит с собой дожди, и он приносит высокие волны, потому что в океане образуется ветер, и эти волны у нас с вами сейчас, вот муссон, он действует на юго-западном побережье, вот от Редисона Коломбо, да, где показывают Коломбо столицу, и вниз, где у нас расположены самые туристические зоны, самые хорошие отели и самое распространенное место для отдыха наших с вами туристов. Так вот, сейчас сезон муссона этого, сезон дождей. Многие этого муссона очень боятся. С одной стороны, да, это дожди, но с другой стороны, мы должны с вами понимать, что дожди – это не как у нас с вами, да, дождь начался и все, он может лить, не переставая, это будет плохая погода, будет холодно, сыро и так далее, так далее, так далее. Сезон дождей на Шри-Ланке, как он выглядит? Ночью дождь может идти практически каждую ночь. Днем это не значит, что не будет солнца. Солнце будет, оно будет обязательно. Но может быть переменная облачность, могут найти облака, может даже днем прийти туча и пролить дождь. Это может длиться 10 минут. Дальше туча ушла, вышло солнце, и дальше опять туристы загорают, купаются и никак не ограничивают себя в отдыхе. Но это, да, об этом нужно знать, туристов предупреждать. Есть сезон дождей, но вместе с этим есть прекрасные цены на отели, прекрасная возможность отдыхать без толп-туристов, когда у нас, вот мы с вами в туризме работаем, мы знаем, какая у нас ситуация сейчас на наших курортах Краснодарского края и так далее, какая ситуация сейчас в Турции. Так вот, мы имеем на Шри-Ланке сезон дождей, причем очень условный сезон дождей, когда дождь никак не может он влиять отрицательно на отдых, точно вам говорю. Но вместе с этим мы имеем шикарные цены на отели, на шикарные пятизвездочные отели, потрясающий уровень сервиса, внимание каждому конкретному гостю, конкретному человеку, и огромные возможности для хорошего и качественного отдыха. Я считаю, что предупрежден, значит вооружен. Если туристы будут спрашивать, у нас с вами есть такой ответ. Да, дожди могут быть, но это не так, что туристы приедут и будут 2 недели сидеть в номере и смотреть из окна на то, как льет дождь. Нет, это природа, это очень красиво и очень интересно. Когда ночью идет дождь, утром практически всегда радуга. Каждый день радугу не можем наблюдать у нас с вами здесь, в нашей средней полосе. А там это возможно. Поэтому однозначно Шри-Ланку стоит рассматривать как направление для отдыха круглый год. Ну что, если не против, про Шри-Ланку мы с вами ничего, надеюсь, не забыли. Да, один момент про визы. На Шри-Ланке для того, чтобы попасть на Шри-Ланку, нужна виза. Виза номинальная. Есть 2 способа ее получить. Первый способ. Туристы оформляют визу онлайн до вылета. Они оформляют это здесь, в Москве. Но для этого нужна карта иностранного банка, которой эту визу можно оплатить. Она стоит $35. Если такой возможности нет, ничего страшного, а даже и лучше. Туристы прилетают на Шри-Ланку и в аэропорту эту визу делают за $40. Ну, то есть делать ее не надо, они просто подходят к окну специальному и платят $40 за эту визу. Единственный момент, лучше, ну, естественно, эти доллары нужно иметь при себе наличными и желательно без сдачи, чтобы не расстроиться, когда сдачу дадут в местной валюте.
Все, больше у нас никаких препятствий для путешествия на Шри-Ланку нет. Дальше только желание туриста туда поехать. И дальше у нас с вами вопрос выбора отеля, который мы туристам предлагаем. Некоторые рейсы не сажают без оформленной визы. У нас был прецедент с туристами, которые летели в Emirates. На самом деле, я об этом слышала, но фактически не сталкивалась, потому что со своей стороны этот вопрос выясняла. Транзитный рейс не имеет права не посадить туристов в случае, если у них нет визы, потому что официально Шри-Ланка разрешает всем туристам оформлять визу по прилету. Возможно, это был какой-то частный случай, и, возможно, просто заранее, да, этот момент нужно проработать. Может быть, с посольством Шри-Ланки в Москве подстраховаться, попросить бумагу, разрешающую туристам без визы приезжать в Шри-Ланку. Вопрос можно решить однозначно. Прямые рейсы снова ожидаются, но мы очень-очень ждем. Но есть даже такая смутная не надежда, а такая смутная уверенность в том, что это будет. Да. Как у нас есть два варианта прямых рейсов. Это Аэрофлот и Шри-Ланкийские авиалинии. И будет здорово, если и те в итоге туда полетят. Но все равно мы ориентируемся на начало зимнего сезона. Зимний сезон – это октябрь. Итак, возвращаемся к нашим с вами отелям замечательным Рэдиссон. Вот сейчас на карте Рэдиссон Коломбо отмечен. Это Коломбо, это центр, это аэропорт, куда у нас все туристы прилетают. И дальше, когда они прилетели на Шри-Ланку, приземлились в Коломбо, у них есть два варианта. Первый вариант. Они едут сразу отдыхать на юго-западное побережье, вот сюда вниз. По прямой это 2.5 часа. У них есть новый шикарный хайвей. Быстро, за максимум 2.5 часа, они доезжают до Radisson Blu Resort в Галле и отдыхают на побережье. Либо у них есть еще второй вариант, который я всем настоятельно рекомендую как минимум рассматривать и предлагать туристам. Прилетев в Коломбо, они у нас едут не сразу отдыхать на побережье, а они у нас едут в центр страны, вот сюда, где у нас находится Рэдиссон Канди. Канди – это самый центр страны, это очень интересный город сам по себе, и это то место, откуда можно смотреть центральную часть Шри-Ланки. Знаменитая Сигирия, знаменитые чайные плантации, они все находятся рядом с Канди. Здесь есть момент. Если у нас туристы не хотят этого ничего смотреть, тогда мы им это и не предлагаем. Мы их бронируем сразу на пляж, и они там отдыхают, купаются. Если туристы спрашивают про экскурсии, то тогда настоятельно рекомендую поступить именно таким образом. Из аэропорта Коломбо поехать в Канди для того, чтобы остановиться там на одну, максимум на две ночи, взять экскурсионную программу для того, чтобы ознакомиться со всей, с центром страны, потому что Шри-Ланка – это не только побережье. Шри-Ланка – это чайные плантации, это буйная природа, джунгли, это Нувара-Эли, это Элла, это шикарные просто исторические достопримечательности. И уже оттуда, посмотрев все в центре, отдыхать на побережье. Потому что если наши туристы с вами приедут сразу в пляжный отель, оттуда будет очень сложно и далеко вот этими экскурсиями. Без ночевок, я имею в виду. Если без ночевок, за один день это очень сложно будет посмотреть. Вот такой вариант настоятельно всем рекомендую, если туристы интересуются экскурсионной программой. Итак, из Коломбо, если вы не против, мы этим же маршрутом и пойдем. Мы прилетели в Коломбо, едем в Рэдиссон Канди. По дороге расстояние 3-3,5 часа максимум от Коломбо до Рэдиссона Канди, до центра страны. И здесь по дороге находится прекрасный слоновый питомник Пинавелла, многим известный, и часто сталкиваюсь с тем, что туристы, приехав уже в пляжный отель, спрашивают, а мы хотим на слонов посмотреть, вот мы слышали, есть такой питомник, где можно их кормить, мыть и на них кататься, но туда ехать далеко. А если мы с вами туристов отправляем в Канди, тогда, соответственно, они этот питомник заезжают по дороге.
казалось бы, ну, слоны, слоны, но впечатлений масса, особенно если люди у нас едут с детьми. Посмотрели слонов, приехали в Канди. В Канди у нас находится замечательный 4-звездочный Рэдисон отель. До недавнего времени это был отель Оза. С 1 мая этого года он входит в семейство Рэдисон. 122 номера всего в отеле. Это очень качественный 4-звездочный отель, реновированный полностью, так как он стал Рэдисоном. И это прекрасная опция для того, чтобы остановиться в Канди на одну или на две ночи. Для того, чтобы посмотреть сам город и посмотреть достопримечательности, которые рядом находятся. Он современный, стильный, единые стандарты Рэдисона здесь выдержаны. Мы не говорим про то, что это курорт. Нет, это городской отель, где можно остановиться. Но, несмотря на то, что он городской, вот, кстати, да, сейчас вы видите вид из отеля на Канди и на озеро с основными достопримечательностями, а именно знаменитый зуб Будды, храм зуба Будды здесь находится. И вот отель на следующем фото, белый отель, это вид на отель с противоположной стороны озера. До храма от отеля 5 минут пешком, ну может быть 7. Отели в Канди есть, но Рэдисон единственный, так удачно расположенный во всем городе. Имейте это в виду, если будете бронировать, то однозначно Рэдисон, потому что удачнее расположенных отелей в Канди нет. И более того, у отеля, несмотря на то, что он городской, он в городе находится, на крыше есть бассейн. Классный, небольшой, но есть шезлонги, есть зонтики, здесь можно покупаться с видом потрясающим, с высоты на город Канди. Просто имейте это в виду. Также здесь на крыше есть бар, есть ресторан, можно очень приятное время провести. Съездили в Канди, посмотрели все, что там рядом находится, остановились в Рэдисоне, и дальше основная цель путешествия наших с вами туристов – это отдых на побережье. Поэтому из Канди мы перемещаемся в Рэдисон Блу Резорт Галли. До недавнего времени, а именно также до 1 мая, этот отель нам всем, ну, надеюсь, что многим знаком под именем Амари Галли. С 1 мая Амари стал достойнейшим представителем семейства Рэдисон, теперь он называется Рэдисон Блу Резорт Галли. И сейчас мы про него как раз подробно и поговорим. Отель был построен в 2017 году по шри-ланкийским меркам, отель новый, потому что вот, более новых отелей мало, очень мало. В принципе, отельная база такая достаточно уже не новая. В 17 году он был построен, и сейчас он был реновирован. Вот в момент, да, с момента присоединения к Рэдисону, там прошла косметическая реновация, и сейчас он выглядит еще лучше прежнего, если будут вопросы про то, как, насколько там все свежее, чистое и красивое. Всего в отеле 172 номера, в отеле 3 ресторана и в отеле прекрасные возможности для тихого, семейного, уединенного отдыха. Кто у нас основные туристы, которым мы можем этот отель предлагать? Это семейные пары, это молодожены, это семьи с детьми, но такие, это такой, это очень качественная пятерка. И это семейный тихий, спокойный отдых с семейными ценностями, где заботятся о детях, где заботятся о взрослых, где можно комфортно и очень хорошо отдыхать. Если вопрос возникнет у туристов про тусовку, если мы будем отправлять там молодежные компании, шумные, веселые, то это не сюда. Здесь точно нет. Есть места, где можно отдыхать так, чтобы дым коромыслом стоял. Здесь нет. Поэтому определяем контингент. Это у нас тихий, спокойный, очень респектабельный, хороший, качественный 5-звездочный отдых.
Редисон поглотил Амари. Знаете, с отелями так все сложно иногда бывает, что даже и не объяснишь. Да, он не поглотил Амари, потому что Амари есть и в других странах, представительниц почки Амари. Но именно Амари на Шри-Ланке, он теперь называется Редисон Блу. Вот так отвечу. Амари еще есть, есть отель Амари в Таиланде, есть отель Амари на Мальдивах, пусть вас это не смущает, но Амари на Шри-Ланке, он теперь Редисон, чему мы все очень-очень рады, потому что, во-первых, уже реновация прошла, и, во-вторых, менеджмент Редисона, он, конечно, делает все возможное для того, чтобы стал отель еще лучше. Итак, едем дальше. Юго-западное побережье, район Галли, где у нас с вами находится непосредственно отель. В чем его основные преимущества? Преимущества места расположения. Первое, то, что рядом находится голландский форт и второй по величине город после Коломбо, это Галли. Город охраняется, входит, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь на самом деле дух захватывает от того, в каком хорошем виде остались древние достопримечательности. Это наследие португальских, потом голландских и потом английских завоевателей. Шикарный форт с маяком знаменитым, где можно просто гулять, где соединено... Очень интересное чувство возникает, когда гуляешь, потому что вроде бы Шри-Ланка, вроде бы экзотика, но здесь у нас с вами и... храмы красивые, и мечети. То есть намешано столько культур, что дух захватывает. Более того, Галли – это город, где огромное количество ресторанов, очень приличных, огромное количество кафешек, где можно пить кофе, есть итальянское мороженое, где можно купить сувениры, где можно просто сделать качественный шопинг, здесь есть нормальные, хорошие магазины. Просто приехать на базар и купить фруктов. То есть это место, куда из отеля можно очень легко добраться. Не пешком, но на 7-10 минут максимум на тук-туке от отеля до центра Галли. Второй момент. Рядом есть знаменитый пляж Унаватуна или Унаватуна. Неважно, где мы ударение ставим. Известный, многие, наверное, слышали, в чем его прелесть. Это большой пляж, который там географически расположен, что от волн он закрыт. И несмотря на то, что сейчас у нас с вами сезон дождей и сезон муссона, и волны высокие, здесь волн нет. Пляж для купания пригоден в течение всего года. Вот я только вернулась, там тихо, спокойно и очень классно. Там можно купаться, можно далеко заплывать, можно купаться детям, взрослым и всем, кто умеет плавать, кто не умеет и так далее. Так вот, этот пляж Унаватуна от отеля находится в 15 минутах езды. Я сейчас вернусь обязательно и расскажу, какие у нас возможности для купания в самом отеле есть. Про акулы на Шри-Ланке. Акул на Шри-Ланке нет. Актуальный, кстати, вопрос, понимаю, да, о чем вы. Ну как, они сами говорят, акул нет. Ну, мы здесь вынуждены им поверить на слово, но вот у меня есть третья фотография здесь, да, вот мы обсудили Галли, обсудили Унаватуну, и вот третье фото – это черепашки. Очень интересное, милое развлечение, куда можно поехать из отеля. Для детей вообще прекрасно заходит на ура, но и для взрослых тоже. Это такие питомники, где спасают черепах, да, потому что юго-западное побережье – это как раз то побережье, куда приплывают черепахи для того, чтобы откладывать яйца. Так вот, чтобы эти черепашки успешно вылупились и все достигли океана, их оберегают, да, и вот этот процесс вылупления черепашек, их отпускания в океан можно наблюдать. Так вот, возвращаясь к вопросу об акулах. Общаясь с людьми, которые работают в этих питомниках для черепах, ну, вопрос, да, маленьких черепашек, понятно, их может там по дороге склевать чайка и так далее, их до какого-то времени держат в бассейне, а потом выпускают. И на мой вопрос, а дальше что происходит, какие есть
естественные, да, враги у черепах, когда их отпускают, предполагая тех же самых акул, мне сказали, что у взрослых черепах таких естественных врагов нет. Акулы в этой части Шри-Ланки не водятся, и поэтому черепахам ничего не угрожает. Тук-тук до Наватана и до Гали в одну сторону. Сколько денег? У нас любая с вами туристическая страна связана с тем, что там надо торговаться. Вот по последним моим, да, результатам торгов 150 рублей стоит до Гали и 200 до Наватана. Но можно и дешевле. Здесь как уже возможности туристов и желание их торговаться или не торговаться. Ну, вот примерно разброс цен такой в одну сторону. Либо вы сразу договариваетесь с тук-тукером, он вас отвозит, он же вас привозит, он вас по дороге заводит, куда вы скажете. Это все абсолютно без проблем там можно делать. Вот, да, в подтверждение моих слов, Форт Гале прекрасная вообще возможность совместить свой отдых на побережье с возможностью погулять вечером, сделать классные фотки, а также что-то купить, сходить в ресторан и так далее, так далее, так далее. Я про рубли, я уже перевела в рубли и сказала стоимость в рублях. Ну, в рупиях это сколько? 1500 рупий туда и обратно, это 750 рупий, это где-то вот 100, меньше 150 рублей, если правильно я посчитала. Голландский форт. Пляж у Наватуна. Вот, чтобы не быть голословной, вот такие здесь условия для купания. И летом, и зимой лагуна от волн защищена, поэтому мы здесь купаемся всегда, вне зависимости от того, сезон, не сезон и так далее, и так далее. И карта специально, чтобы понимать, как там все устроено. Смотрите, вот у нас Radisson Blu Resort Gali. Вот сам город Гали, и вот здесь на полуострове Голландский форт. И вот здесь у нас находится пляж Унаватан. Если мы едем от Radisson, вот до Гали это порядка 7 минут езды, до Унаватана это максимально 15. Это когда вот он вас везет, и вот так вот чуть-чуть по побережью вы попадаете сюда. Кажется, что расстояние большое, на самом деле нет. И это причем 15 минут на тук-туке, который едет не со скоростью автомобиля, а он едет медленнее. Поэтому сам отель Radisson, он расположен очень уединенно. Если вас туристы спрашивают, а куда там можно выйти, выйти там нельзя. Можно выйти из отеля, сесть на тук-тук и доехать до Гали. Либо доехать до Унаватана, либо поехать вообще в другую сторону. То есть вариантов масса. Но так, чтобы выйти из отеля и сразу очутиться в городе, такого нет. Но это неплохо, это наоборот очень большой, я бы сказала, даже огромный плюс, потому что у нас на Шри-Ланке такие правила, что частных пляжей в отеле нет. Отель не может поставить себе забор, поставить охрану и никого на пляж не пускать. Я имею в виду местных жителей, других туристов и так далее. Поэтому если у нас отель находится в черте города или в какой-то курортной зоне на, да, большом пляже, то туристы у нас сразу попадают в такую ситуацию, что кто-то постоянно ходит мимо. Местные жители могут предлагать кокосы, ананасы, массаж, серфинг, что там еще, рафтинг и так далее, так далее, так далее. И это может очень надоедать и досаждать. Так вот здесь, в отеле Radisson, несмотря на то, что у нас с вами пляжи все общественные, у Radisson пляж частный. Не потому, что они его как-то оградили, просто здесь нет возможности у местного населения на этот пляж никаким образом попасть. Поэтому возвращаемся к началу. У нас тихий, семейный, респектабельный отдых, где не будет никто надоедать ни вашим туристам, ни их детям. Они будут отдыхать тихо, комфортно и спокойно. И если у них возникает потребность съездить в город, купить сувениры, купить фрукты или просто что-то посмотреть вечером, погулять, то они садятся на тук-тук и за 7-8 минут они уже в центре Гали. А если у них есть, возникает возможность вот знаменитый пляж у Наватун, посмотреть, как там вот, да, и поплавать там, они это тоже легко могут сделать.
Поэтому расположение отеля Radisson, оно, я считаю, это очень-очень большой плюс и очень большое преимущество перед другими отелями. Это его место расположения. По номерам теперь, если вы не против. Как я уже сказала, 172 номера всего. И все номера без исключения имеют прямой вид на океан. Вот, да, вернулись мы к фотографии. Видите, он чуть-чуть стоит полукругом, отель, но все номера только на океан. На противоположную сторону у нас номера не выходят. Они все без исключения фронтально имеют вид на океан. И все без исключения номера у нас имеют либо балкон, либо террасу для того, чтобы этим океаном любоваться. Стандартная категория номера – Deluxe Room Sea View. Площадь номера, номера большие, достаточно просторные, 39 квадратных метров. И все номера без исключения, как я сказала, балкон либо терраса и фронтальный вид на океан. Вот так выглядит у нас с вами стандартный номер Deluxe Room Sea View. По размещению у нас максимально в стандартном номере может размещаться либо трое взрослых, то есть 2 плюс 1. Для третьего взрослого в отеле ставят дополнительное спальное место, дополнительную кровать. Либо у нас в стандартном номере могут размещаться двое взрослых, двое детей до 12 лет. В этом случае старший ребенок будет на дополнительной кровати, которую принесут. Младшему ребенку ничего не принесут. И у младшего ребенка две опции. Либо он спит вместе на кровати с родителями, либо ему расстилают вот этот диванчик. Ну, в смысле расстилают, его переделывают в спальное место. Он не раздвигается, и он, ну, вот нормально для 6, максимум 7-летнего ребенка, этот диванчик. Если у нас дети уже более взрослые, либо им уже исполнилось 12 лет, или даже не исполнилось, но тяжело в одном номере размещаться, тогда я очень рекомендую всем рассматривать вариант Connect. Когда бронируется два номера, либо у нас трое детей, либо у нас там бабушка еще с вами едет. В отеле много, в достаточном количестве номеров, объединенных между собой. Это два стандартных номера, между собой объединенных межкомнатной дверью. Это самый оптимальный способ для размещения больших семей, если кто-то будет спрашивать. На гарантии номера Connect дать мы не можем, но в 99,5% случаев подтверждает отель такой Connect без проблем. Исключение может быть только новогодний период, когда 100% загрузка у отеля, тогда сложно. А по большому счету 18 пар номеров, то есть, которые могут быть соединены между собой. То есть он не один и не два в отеле, их много, поэтому всегда номера Connect по запросу предоставляются. Ну, за исключением, как я уже сказала, новогоднего периода, если это категорически сделать невозможно. Итак, Deluxe Room Sea View, стандартный. Ванные комнаты с душевой кабиной, если туристы будут интересоваться и спрашивать. Это тот же самый номер, просто с другого ракурса снят, чтобы не быть голословной. Вот такой вид на океан у нас открывается из всех номеров. И выход на балкон, он с такой раздвижной дверью, окно в пол. Это, конечно, очень красиво, когда целиком стена из стекла, и вид на океан ничего не загораживает. Но здесь хочу обратить ваше внимание. Но вот сейчас вы видите тот же самый номер, Deluxe Room Sea View, только это твин, две кровати, вот видите здесь в уголке, две отдельные кровати. По запросу можно так, можно вместе, можно отдельно. Но этот номер у нас с вами находится на первом этаже, а это означает, что у него нет балкона, у него есть терраса своя, есть свой шезлонг, есть свое кресло, столики, очень красиво, но когда мы смотрим в окно, мы не видим океан. Вернее, мы его видим, но вдалеке за пальмами, за зонтиком. Первое, что мы видим, это бассейн.
То есть абсолютно естественным образом у нас вид на океан с первого этажа, он будет частичный. И если туристы ваши хотят гарантированно вид на океан сверху, тогда мы им бронируем следующую категорию номера, которая... У меня нет отдельной фото этого номера, но это можно... Может быть, вот такой номер. Это Deluxe Room Premium. Что это означает? Что это такие же абсолютно номера Deluxe, но они находятся на двух верхних этажах отеля. Разница в цене, она минимальная. Ну, там действительно какая-то совсем маленькая наценка за номер премиум, но вы будете уверены, и вы туристам будете это гарантировать, потому что это будет прописано в подтверждении, что у него будет номер премиум, а это значит номер на двух верхних этажах отеля, значит, с гарантированным видом на океан. Вот этот момент, на мой взгляд, важный. То есть стандартный Deluxe, следующая категория премиум. Внутри по компоновке ничем не отличается, отличается только видом. Едем дальше. Следующая категория. Это у нас Junior Suite. Площадь такого номера у нас 57 квадратных метров. У нас отдельно спальная зона и небольшая зона гостиной. И также панорамные окна в пол, террасы и вид на океан, круглые сутки. Junior Suite Sea View. Такой же по компоновке номер, но у него вот такая огромная, потрясающая терраса. Здесь диваны, здесь шезлонги ставят, здесь просто вот, ну, для молодоженок, наверное. Хотя и для семейного отдыха тоже. Единственный момент. Почему я так подробно остановилась на размещении детей? Потому что, несмотря на то, что этот номер у нас больше, возможностей поселить сюда больше детей – нет. Такая же абсолютно история. Либо один дополнительный взрослый, ему будет дополнительная кровать, либо двое взрослых, двое детей до 12 лет сюда поставят одну дополнительную кровать, а вторую дополнительную кровать сюда не поставят. Поэтому ребенок будет либо на диванчике, хотя здесь вот он менее удобный, чем в стандартном номере, честно вам скажу, потому что он короче. И либо младший ребенок будет спать со взрослыми на большой кровати. Либо, если ребенок совсем маленький, до 2 лет, ему поставят детскую кроватку, бэйби-кот. Но других вариантов нет. Поэтому для большой семьи 2 номера коннект. Дальше. Сьют. Сьюты у нас пользуются огромной популярностью, но их всего в отеле 6. Это уже больше по площади номер, 97 квадратных метров. И смотрите, здесь отдельно спальня, полностью изолированная, которая закрывается дверью, вот одной и вот второй. И отдельная гостиная. Но эта гостиная, так как она вся практически, эти номера, они в торцевой части отеля находятся, самая близкая к океану. Поэтому, когда внутри номера вы находитесь, ощущение, что просто, ну, это океанский лайнер, и вы плывете по океану, потому что ничего не видно, видно только океан. Очень популярны эти номера, их мало. Если у вас запрос на такие категории, их, конечно, пораньше бронировать нужно, заблаговременно. И есть президентский суит, он один в отеле, 360 квадратов, огромный абсолютно номер. Спальня сейчас перед вами и вот такая огромная гостиная. На переднем плане гостиная с диванами, дальше идет обеденная зона, дальше с одной стороны такая зона отдыха, с другой стороны барная стойка. И огромная терраса со своим собственным бассейном. Поправьте меня, если я не права, но часто достаточно сталкиваюсь с тем, не только по Шри-Ланке, а вообще, в принципе, наши туристы такие высокого уровня запрашивают виллы, чтобы вилла была на территории отеля, чтобы было обслуживание, чтобы было питание, но вместе с этим это была отдельная вилла. Так вот, на Шри-Ланке с этим проблематично, вилла есть, но не такого уровня и не обслуживаемые,
да, не на территории отеля. В нашем отеле вилл нет вообще, потому что это одно большое здание. Так вот, в прошлом сезоне я с этим столкнулась и поняла, что это вариант, который можно использовать. Этот президентский номер у нас бронировали вместо виллы, то есть не было возможности подобрать виллу, которая бы туристов удовлетворила. В итоге, аплодирую турагентству за находчивость, был предложен вариант президентского сьюта. Это была прекрасная опция, и все были довольны, все были в восторге. Более того, если для большой семьи это бронируется, было такое, был забронирован президентский сьют и еще несколько стандартных номеров, да, когда там бабушки, дедушки, дяди, тети жили в стандартных номерах, но вся тусовка, она в президентском сьюте осуществлялась. Просто как идею, просто как вот одну из вариантов, то есть иногда нужно быть гибкими, чтобы удовлетворить потребности туристов. Это ванная комната президентского сьюта. Светлый мрамор, как я уже говорила, все обновили. Если что-то где-то, да, за время с 17-го года, с момента открытия, где-то что-то уже, да, потускнело, то сейчас это все обновили, и теперь все заново сверкает. Где нужно было заменить сантехнику, ее заменили. Все новое, сверкающее, чистое, красивое. Естественно, все необходимые атрибуты пятизвездочного отеля. Шампуни, гели, халаты, тапочки во всех номерах без исключения. Это стандартная ванна. Просто хотела показать, что ванная комната президентского сьюта и ванная комната стандартного номера «Делакс», они, ну, отличаются, конечно, но не, у нас нет здесь такой большой разницы. У нас все везде в едином стиле выдержано, и все необходимые атрибуты, они есть. Возвращаясь к дополнительным моментам, в каждом номере халаты, тапочки, в каждом без исключения номера есть сейф, более того, утюг и гладильная доска в каждом номере без исключения, зонт на случай все-таки муссона, сезона дождей, все необходимые гели для душа, бритвенные принадлежности, одноразовые зубные щетки и так далее, так далее, так далее, и мини-бар. Мини-бар, естественно, в каждом номере есть. Более того, во всех номерах без исключения у нас бесплатная вода, обновляемая каждый день, и чайник и кофемашина для приготовления чая и кофе. Мини-бар пополняется также ежедневно. Пользование его в зависимости от системы питания либо бесплатное, либо платное. Мы понимаем, если все включено, тогда определенный набор в мини-баре пополняется бесплатно. Если у нас не все включено, тогда мини-бар за дополнительные деньги. Но мы сейчас об этом подробно поговорим. Про территорию хочу добавить пару слов. Она не очень большая, она компактная и очень красивая, очень зеленая и очень удобная для гостей. У нас с вами вот сейчас, да, здесь мы видим большой бассейн основной, причем с неправильной формы. Вокруг бассейна шезлонги разные, парные, одинарные, с зонтиками. И даже есть вот шезлонги, которые на островках в середине бассейна находятся. Есть отдельно маленький бассейн, детский, для того, чтобы детям было комфортно. Там абсолютно мелко, и там малышня может купаться без, ну, грубо говоря, надзора со стороны родителей. Более того, к сожалению, не могу пока поделиться фотографиями, потому что пока еще не сделан, но к началу зимнего сезона здесь будут установлены небольшие горки для детей, для того, чтобы не просто был бассейн, а можно было плескаться, можно было более весело проводить время. То есть будет конструкция с водными горками, с фонтанчиками, то есть детский бассейн к началу зимнего сезона. Мы еще раз с вами отдельно соберемся, я уже расскажу, когда мы будем обсуждать зимний сезон. Это то, что сейчас вот в ближайшей перспективе отель себе планирует сделать. Дальше. Вот территория, это фото, вот, которое буквально, да, им две недели максимум, это то, что я снимала. Вот вопрос, чтобы не быть голословной, про погоду. Вот вам, пожалуйста. Ну, чем здесь вот
дожди мешают, ну абсолютно ничем. Чистое небо, яркое солнце светит, пальмы от солнца защищают, просто можно наслаждаться отдыхом бесконечно. И есть по всей территории вот такие квадратные беседки, давайте их так назовем. Они бесплатные, за них не нужно платить, их не нужно заранее бронировать. Их в достаточном количестве по всей территории, поэтому это очень удобно. Да? Здесь получается не отдельные лежаки, а одна большая кровать с подушками, с мягкими матрасами. Вы сверху кладете свое полотенце и прекрасно отдыхаете, наслаждаетесь отдыхом. И очень много, несмотря на то, что территория компактная, очень много уголков, где можно уединиться, где можно вот под пальмой лежать и наслаждаться. Либо, если у нас более активная публика, тогда ближе к бассейну и ближе к центральному бару. Там музыка играет, там движуха, и дети, и взрослые отдыхают уже более активно. Квадратные есть беседки, и есть вот на первом фото, приблизить, к сожалению, не могу, видите, такие круглые штуки с красным, это такие круглые шезлонги на два человека, то есть такая круглая кровать и поднимается навес. Тоже они есть по всей территории, поэтому шезлонги любой конфигурации всегда в достаточном количестве есть. Занимать в 6 утра ничего не нужно, я вас уверяю. Дальше. Вид со стороны моря на отель. Вот первое фото, где мы загораем, вот, да, вот эти круглые шезлонги, про которые я вам говорила, и вид на сам пляж и на отель. Песок у нас с вами светлый, светло-желтый, мелкий, чистый, красивый. Как я говорила в начале своей презентации, у нас все пляжи общественные на Шри-Ланке. И поэтому у Рэдиссона такая уникальная возможность предлагать своим туристам как бы частный пляж, потому что здесь ни слева, ни справа нет не могут люди просто так с улицы взять и прийти на этот пляж. Это огромное преимущество. Соответственно, загораем мы на территории отеля, купаться ходим вот сюда. И вот фото, непосредственно реальные фото, скажем так. Вот он на первом фото пляж, здесь даже линия есть шезлонгов для отдыха, вид сверху и вид непосредственно на возможности купания. Вот здесь остановлюсь поподробнее. Так как это у нас с вами самый юго-западная точка, волны здесь бывают. И волны бывают достаточно большие в сезон муссона. Именно поэтому, что сделал отель? Отель сам искусственно сделал два волнореза. Вот один мы видим сейчас, да? Который образует, вот эти два, они между собой образуют лагуну, в которой у нас люди могут купаться вне зависимости от того, высокая волна или невысокая. То есть, как правило, вне сезон на пляже стоит красный флаг, как правило, всегда. Сейчас именно. Это означает, что мы не можем, ну, нет возможности для купания как таковой. Но в этой лагуне купаться можно всегда. Она небольшая, но там можно поплескаться на волнах, попрыгать, в общем, возможность для купания есть. Я не могу сказать, что вот в море совершенно не зайти. Нет, мы должны понимать, что это океан, он буйный, это стихия. И отель именно для этих целей сделал волнорезы, которые образуют лагуну, и в лагуне у нас с вами туристы купаются. Если вот прям хочется сделать большой заплыв, тогда 15 минут до Унавотуна мы едем на тук-туке и там купаемся. Так вот, у нас вот одна лагуна, в которой можно купаться, и чуть подальше есть еще вторая большая лагуна, там тоже можно купаться. Ну теперь к самому интересному переходим, это еда. Это важная часть нашей с вами программы. Туристы у нас должны что-то в отеле есть. Отель предлагает 4 варианта питания.
это может быть только завтрак, может быть завтрак, ужин, может быть полный пансион, когда завтрак, обед и ужин у него включены, и это может быть все включено. Как правило, у нас с вами для туристов предлагают всеми операторами либо полупансион, либо все включено. Я считаю, это абсолютно справедливо и обоснованно. Но если вдруг турист хочет только завтрак и больше никак, по запросу вам посчитают и дадут цену только на завтрак. Но опять же, да, если только завтраки, тогда ужинать и обедать нужно будет съездить в Гали, и поужинать нужно будет съездить в Гали, либо все время и обедать и ужинать в отеле за дополнительные деньги. Вот это я не думаю, что это стоит делать, поэтому останавливаемся на основных вариантах. Завтрак-ужин, либо полный пансион. Это самые вот беспроигрышные два варианта, которые вы туристам можете предлагать. Основной ресторан «Фьюжн». Вот он сейчас перед вашими глазами. Это ресторан, где у нас проходят завтраки, обеды и ужины. Ресторан выполнен... У ресторана есть закрытая часть, вот как на первом фото, да, где как раз вся еда и где есть столики внутри под кондиционером. И есть большая веранда, красивая, где можно на свежем воздухе завтракать, обедать и ужинать. Что касается самой еды. Концепция очень... удобная, очень удачная. Она разделена на три части. И это визуально видно. То есть три отдельные как бы станции. Есть индийская, шри-ланкийская кухня, там все острое, там карри, там такие стилизованные чаны, национальный шри-ланкийский. Там гости пробуют национальную еду. Иногда плачут от того, что это острое, да, запивают водой, но знакомятся с местной кухней. Вторая зона – это азиатская кухня. Это вок, это лапша в огромных количествах. Причем у туристов всегда есть возможность собрать, да, в виде конструктора. Это open kitchen всегда. И люди говорят, вот я хочу добавить креветки, добавить какие-то овощи, соус такой или соус такой. Это все можно на пальцах показывать, вам все соберут и сделают, как вы хотите. И третья зона – это европейская зона, где у нас гриль, где у нас шикарное абсолютно мясо, я имею в виду и свинина, и говядина. Ну, вопрос да, про Шри-Ланку. На Шри-Ланке основная часть населения – это буддисты, их больше 60%, они говядину не едят. Но как они ее прекрасно готовят? Фантастика просто и загадка. Это могут быть стейки, это рыба вкусная на гриле, это запеченная курица, жареная курица, индейка и так далее. То есть третья станция – это европейская еда, которой всегда при любом раскладе можно накормить детей, даже самых маленьких. Поэтому у нас здесь идеальное сочетание всего и Азии, и национальной индийской, шри-ланкийской кухни, и европейской. Плюс, естественно, у нас всегда есть супы. Спрашивают про это, особенно когда семьи с детьми едут. Супы есть, вкусные, абсолютно не замороченные, там вот куриные, овощные и так далее, которые дети с удовольствием едят. Естественно, салаты в больших количествах и десертный стол. Сейчас, когда у нас с вами не сезон, гостей в отеле немного, на обед, как правило, а-ля карт. То есть туристы приходят и заказывают по меню. В сезон это всегда буфет, это всегда шведский стол. Еще важный момент. Если у нас туристы на полупансионе, ну, можно им так, если будут спрашивать, можно им сказать, что вода, ну, не бутылированная, а из кувшина, она всегда и на обед, и на, если у нас полупансион, соответственно, ужин, она бесплатно подается, и чай, кофе тоже за ужином бесплатно. Даже если это полупансион. Но уж если все включено, то тогда у нас все напитки в течение всего дня, включая алкогольные, они тоже входят в стоимость. Основной ресторан. Поговорили. Дальше. Есть второй не ресторан, бар, называется ДБ. Это как раз бар у бассейна. Там в течение всего дня у нас напитки подаются, и там снеки разные в течение дня. Если все включено, то все бесплатно. Если не все включено, тогда за дополнительные деньги. Есть два ресторана а-ля карт.
один ресторан Ору, это ресторан рыбный, находится на самом пляже, и концепция там тоже очень интересная. Там прилавок рыбный со свежей рыбой и морепродуктами. Туристы выбирают, что они хотят, и там же на открытой кухне повар им готовит, что они хотят и как они хотят. Это очень романтично, очень вкусно, очень красиво. Вот так столики украшают. Здесь можно, не знаю, предложение руки и сердца сделать. Если бы мне сделали, я бы точно здесь не отказала. Это рыбный ресторан а-ля карт. В концепцию All Inclusive он не входит. То есть он всегда за дополнительную плату. Даже если у нас все включено, он за дополнительные деньги. Но важный момент, если у нас все включено, сами блюда будут за деньги, а напитки из бара вам принесут бесплатно. Вот такой нюанс необычный. И второй ресторан а-ля карт – это итальянская тротория Сфорно. Ее сделали год назад, они построили, заморочились, построили настоящую итальянскую дровяную печь, поэтому делают итальянскую настоящую пиццу, пасту, ну и все любые итальянские блюда. Для детей полный восторг, если они уже ничего есть не хотят, пиццу, я думаю, они съедят в любом случае. И для взрослых в том числе. Это тоже а-ля карт, тоже только вечернее время и тоже за дополнительные деньги. И тут же в течение дня эту тротторию используют для детей, для проведения детских мастер-классов. Они готовят там пиццу, они готовят какие-то блинчики, то есть днем детей развлекают вот таким еще дополнительным способом. Дальше есть бар на крыше, называется Бом. Я не знаю, как переводится это слово, но для себя у меня очень созвучно получается. Бом – это бомбические виды на океан. Это действительно так. Бар работает только в вечернее время, с 5 часов вечера. В 6, как вы помните, у нас с вами закат, поэтому вот идеальное место для того, чтобы на закат смотреть, ну, сложно себе представить. Здесь еду не подают, здесь подают только напитки. Здесь можно вот так красиво, спокойно, тихо сидеть и попивать коктейли. Причем коктейли здесь тоже, с коктейлями они тоже заморочились, вот в таком виде коктейль могут вам принести. Очень необычно. Про саму концепцию All Inclusive пару слов скажу. Это не All Inclusive, поэтому у нас с вами включены только алкогольные напитки местного производства. Но справедливости ради я хочу сказать, что местный алкоголь у них очень-очень достойный. Кстати, да, ну, пиво местное, а вот, кстати, вино, несмотря на то, что в концепцию ходит только местное, они испанское подают. В концепцию все включено. Испанское очень даже хорошее вино. А крепкий алкоголь весь – это местный алкоголь, местный ром. Кстати, очень неплохой, ну, уже, наверное, все про него наслышаны, и местный джин, и местные другие крепкие напитки. Вот, тоже весь местный алкоголь очень высокого качества по сравнению с турецким, и коктейли тоже делают на основе местного алкоголя. Есть еще очень классная опция, не могу про нее не сказать, это лаунж, лаунж-зона, которая предназначена для путешественников, если они приезжают раньше официального заезда и выезжают позже. Вот справедливости ради я скажу, что отель всегда идет навстречу гостям, особенно если дети с маленькими детьми приехали и так далее. Официальное заселение в отель в 2 часа дня, выселение в 12. Но всегда при наличии свободных номеров, если их уже успели убрать после предыдущих гостей, всегда вам пойдут навстречу и эти номера предоставят. Но когда у нас высокий сезон, когда пик сезона, свободных номеров в принципе нет, тогда на этого мы не можем рассчитывать, и туристам это мы никак не можем гарантировать. Для этого есть специальная зона, называется лаунж. Это большое пространство, вот сейчас вы видите, да, на фотографиях, с диванами, с шикарным видом. Это зона для путешественников, вот они приехали рано утром, нет свободных номеров в отеле, они пришли сюда. Здесь можно на диванах полежать, отдохнуть, здесь можно выпить, там, вода есть в доступе, есть чай, кофе, есть даже какие-то плюшки-печенюшки, ими можно воспользоваться бесплатно. Также есть большая зона для работы, если нужно, да, срочно имейл написать, отправить и так далее. Здесь есть телевизор, детям можно
мультики включить, здесь можно подзарядить свои телефоны, а также здесь можно оставить в специальных шкафчиках свой багаж, и есть кабинки для переодевания, то есть можно прийти сюда, переодеться и пойти на пляж, не дожидаясь того, не дожидаясь, когда вам дадут номера. И не делать это где-то в туалете, стоя на одной ноге. Ну, такое бывает, да, когда есть комната. Теоретически есть комната для того, чтобы багаж оставить, но комфорта нет никакого, где ты в туалете переодеваешь свой купальник и не знаешь, что потом дальше с этим делать. Вот здесь специально для таких туристов все предусмотрено. И обратно, если у нас выезд поздно вечером, то здесь можно, выселились из номера, принесли сюда свой багаж, можно просто сидеть на диванах, либо пошли купаться, потом пришли сюда, переоделись комфортно, в комфортной обстановке, перепаковали свой багаж и уже поехали. Такая зона есть, работает круглосуточно, я туристам... Сейчас не актуально, потому что сейчас туристы, сейчас отель не на полной загрузке, поэтому заселят гостей, я в этом практически не сомневаюсь, не волнуюсь на этот счет, но в пиковые, вот в пиковые даты, да, этой зоной можно и нужно пользоваться просто туристам, это скажите. В отеле проводят и конгрессы, и конференции, и самое интересное, проводят местные ланкийские свадьбы. Мы с вами конференциями не занимаемся, если у кого-то возникнет вопрос, я всегда готова ответить и всю дополнительную информацию пришлю. На самом деле возможности шикарные. Но что чаще всего там делают, это делают шри-ланкийские свадьбы. И иногда это очень-очень интересно, особенно когда свадьба не светская, а национальная. Тогда есть возможность туристов наблюдать. Они никак свадьбы не мешают, потому что это проводится вообще в отдельном месте. Но когда вот сама церемония на пляже вечером на закате, это очень захватывающе. Красиво в национальных костюмах, невеста потрясающая, они как-то красиво украшают. Просто как дополнительный интертеймент и погружение в местную культуру. Как любой уважающий себя пятизвездочный отель, у нас есть фитнес-центр, очень современный, там все оборудование поменяли вот как раз в конце мая, после того, как отель Рэдиссон стал. Есть шикарный спа-центр, но это не аюрведический спа, когда, ну, часто достаточно спрашивают. Он вот хороший, достойный, там есть 5 кабин для процедур и 2 парные кабины с потрясающим видом на территории отеля, когда можно делать парный массаж, но сразу одновременно для пары. Более того, сейчас не сезон, опять, да, чем еще можно воспользоваться преимуществами путешествия вне сезона. Сейчас большие скидки на спа-процедуры предоставляет отель. Первая процедура со скидкой 20%, а если вы будете еще во время своего отдыха процедуры заказывать, то каждая последующая, это уже будет 50% скидки. Поэтому вот, в сезон такого не будет точно. И в отеле есть детский клуб. Шикарная большая детская комната с игрушками, с рисованием и, главное, с Sony PlayStation. Ну, это самое востребованное у наших детей. Детская комната есть, работает ежедневно, детей от 3 лет там можно оставлять, но сейчас, вот если мы про сейчас говорим, там прекрасная шри-ланкийская девушка за вашими детьми будет наблюдать, но она по-русски не говорит. Русскоязычный персонал у нас ближе к сезону, будет обязательно русскоговорящая девушка, которая будет за детьми следить. Более того, в сезон у нас проводится огромное количество мероприятий для детей. Есть специальное расписание, которое публикуется на каждую неделю. Расписание занятий для взрослых, расписание занятий для детей. Для взрослых это волейбол на пляже, йога, гимнастика. Не навязчиво, но можно всегда найти, чем позаниматься. Для детей каждый день, как я уже говорила, они либо делают пиццу, либо они пекут блинчики, либо они запускают воздушных змеев, либо они что-то делают на пляже, собирают ракушки и делают из них поделки, либо они делают, рисуют что-то на лице и так далее, и так далее. То есть с детьми детской дискотеки нет, водных горок нет. Это я сразу отвечаю на вопросы, которые часто
возникают по аналогии с Турцией, да, вот вам все включено, вот отель, и здесь уже все. И детский клуб, и горки, и дискотеки, и все. Дискотеки детской нет, но с детьми прекрасно проводят время, они чем-то всегда занимаются. И вот все эти активности, они у нас ну, в максимально большом количестве, это ближе к зимнему сезону. Будет еще детский русскоговорящий аниматор. Сейчас сделают горку для малышей, и расписание будет более насыщенное в зимний сезон. Для взрослых вечером это может быть живая музыка. Это раз в неделю они делают фаер-шоу на пляже, приглашенные местные лангейцы делают очень красивое такое местное с огнем связанный перформанс. Поэтому дискотеки детской нет, дискотеки взрослой тоже нет. Но на дискотеку, если прям вот так приспичило, можно вечером поехать в Галле или в ту же самую Вануату. Вот. Но если у нас гости с детьми, то здесь гарантированно не будет ни долбежка до трех ночи, не будут вам звонки от туристов, что у меня ребенок заснуть не может, пожалуйста, переселите меня в другой номер подальше от дискотеки. Вот здесь не будет такого вообще. Так, давайте подводить итоги. Все ли я вам успела рассказать, ничего не забыла. Мы про номера поговорили, про систему питания поговорили, про что поговорили, про пляж поговорили, возможность куда добраться мы тоже с вами обсудили. Тренажерный зал, спа-центр, детская комната. В общем, однозначно рекомендую. Во-первых, не бояться путешествовать не в сезон. Туристам предлагать в Шри-Ланку как альтернативный вариант. И еще есть такой момент, ну, для меня важный, мне кажется, для вас важный тоже. Вот вы сейчас наверняка Турцию все продают, все считают, но вот вопрос цены еще, да, он очень важный. Шри-Ланка дешевле, чем можно себе представить, несмотря на то, что она далеко находится, и туда на стыковочных рейсах нужно лететь. Вот не нужно этого бояться, туристам предлагать и просто как минимум посчитать, сколько это может стоить и сколько положительных эмоций, сколько плюсов и преимуществ турист получит, если вы его на Шри-Ланку отправите. Какой же там шикарный океан? Ольга, я с вами согласна на 150 на миллион процентов. И более того, еще вот как продуманно этот отель построили, что у него все номера имеют вид на океан. Просто выходишь утром на балкон и все. Вот больше для счастья ничего не нужно. Он шумит, он завораживает, можно зависнуть и смотреть на него долго-долго-долго. Про напитки. Напитки, как я уже сказала, если у нас все включено, напитки в стоимость включены. Всегда, но только местные. Все номера смотрят на море. Когда появятся туры на январь? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Здесь схема какая? Отель публикует цены, он дает их принимающей компании, принимающая компания дает аннексу, аннекс публикует на своем сайте. Но есть у меня предположение, что на январь пока нет цен. Думаю, что нет, могу, это как раз хороший вопрос для того, чтобы отелю задать, когда они планируют публиковать цены на январь. Доллары везем в поездку? Да, везем доллары, там их меняем. Есть, вот честно, слышала много раз, что туристы едут с русскими картами и меняют у каких-то там местных активистов переводом, с помощью перевода, то есть переводятся деньги с карты на карту в рублях и получают наличными рупии, но я таким не пользовалась, всегда доллары наличные можно поменять. Единственное, что менять в отеле с менее выгодным курсом, менять не в отеле с более выгодным курсом. И еще момент, в самом аэропорту, казалось бы, да, тоже невыгодный курс, но как потом выяснилось, очень даже вполне себе приемлемый курс, поэтому, наверное, нужно рекомендовать туристам какую-то часть первую менять в аэропорту, без ни о чем не волнуясь, да, а потом уже дальше ориентироваться на местность.
Так, сейчас по вопросам давайте. А-ля карт определенной платы, например, как в Турции, 15 или по меню счет. По меню счет, хотя вот здесь смотрите, еще такой момент, почему мне очень нравится с этими отелями работать, потому что они всегда прислушиваются к тому, что вот какой фидбэк от рынка приходит. Если вы, я об этом никогда не думала, но если такая опция интересна, мы можем подумать, это вообще ничего не стоит, сделать такой фиксированный, как сет-меню, да, грубо говоря, вот 15 евро стоит, сюда будет включена закуска, основное блюдо и напиток. Хорошая идея, давайте запросим. Я только за, посмотрим, что отель нам скажет и предложит, если это то, что действительно туристам может понравиться, без проблем. Это вообще никаких вложений не стоит. Так, про Radisson Blu, наш прекрасный, замечательный пятизвездочный отель, мы поговорили. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А если поговорили, тогда я еще буквально пару минут вашего внимания займу. У нас есть еще один Radisson, который находится в Коломбо, находится в самой столице. Я не настаиваю на том, чтобы все туристы без исключения обязательно там остановились. Здесь зависит от того, есть потребность или нет останавливаться в Коломбо. По большому счету на обратной дороге из Radisson, из Галле, можно уже напрямую ехать в аэропорт. Это хайвей, и он вот скоростная трасса, которая в аэропорт ведет. То есть нет такой необходимости. Но если вдруг туристы хотят, у них неудачная стыковка, и они не хотят вот сразу 2,5 часа ехать в аэропорт, либо в Коломбо хотят остановиться по каким-то своим делам, или просто посмотреть город, или что-то купить. Ну, вариантов может быть масса. Тогда, конечно, мы им рекомендуем, да, конечно, останавливайтесь в Коломбо, но обязательно в Radisson Коломбо. Буквально две минуты еще. Вот видите, думала, что все сказала, а не все, оказывается. Это про Radisson наш с вами, который Галле. В 2019 году отель был удостоен очень престижной награды, лучший отель для семейного отдыха в Азии. Отель этим очень гордится и до сих пор эту планку поддерживает. Это я в подтверждение того, что семейный отдых здесь ключевой, к детям относятся с большой заботой и вниманием, и к семьям с детьми в целом относятся с заботой и вниманием. Так, ну теперь вид вечерний на закат, это Radisson наш с вами, Галле. И вот с этой фотографии очень хорошо видно лагуну, в которой у нас гости купаются. Волнорезы и лагуна, возможно, для купания. Ну и вечерний вид на закат. В Коломбо теперь едем. В отеле 158 номеров, это городской отель, находится в 4-м округе Коломбо, это город разделен на сектора, с 1 по 4 районы, это центральная часть. Вот, соответственно, 4, вот такой бизнес-район, и в то же время центр. Отель реновировали, также после 1 мая там перестелили все покрытие, там поменяли весь текстиль, подремонтировали ванные комнаты, где это было необходимо, то есть он новый, светлый, с иголочки, для того, чтобы там переночевать, идеальный, прекрасный вариант. Вот так у нас, смотрите, сам номер выглядит, вот так прекрасно встречают всем туристам, вот такой welcome шикарный делают в виде небольшого набора фруктов. И вид на океан. Это на самом деле вид на океан из окна отеля. Отель непосредственно вот практически на берегу находится, его отделяет дорога, естественно, проезжая часть, и железная дорога, она в Коломбо вдоль всего побережья идет. В отеле нет балконов, потому что это городской отель, потому что это бизнес-отель, здесь такой, ну, так не положено по технике безопасности. Поэтому довольствуемся окном, но окно панорамное.
Причем есть три варианта номеров, но на наш с вами, вот для наших с вами российских туристов они не предлагают вариант, номера с видом на город, у нас предлагаются в продаже только номера с видом фронтальным на океан. На крыше отеля у нас шикарный инфинити бассейн, он небольшой, но он есть, и шикарный бар. Там вечером живая музыка, там вот просто можно почувствовать жизнь большого города. И контраст очень большой между побережьем, между Канди, где мы были в самом начале, да, путешествия наше, где экскурсионка была, и в итоге мы приезжаем в Коломбо. Это высокие дома, небоскребы, какая-то модная местная молодежь, классная музыка современная, коктейли, опять же, замечательные. То есть такая очень стильная тусовка, хочу вам сказать. Вот сам отель внутри, вот на первом фото это лобби, а второе фото – это фото с крыши, где бассейн находится, в вечернее время. Ну вот у меня в какой-то момент возникло ощущение, похоже на Дубай, честно вам скажу. Поэтому если кто решит, мы не будем отговаривать, если кто-то решит остановиться в Коломбо, там есть чем заняться, там и дискотеки, там и казино, кстати, и шопинг. В центре города классные шопинг-центры современные и со всеми брендовыми магазинами, и с местными локальными брендами. В принципе, кстати, вот как именно из-за шопинга можно там остановиться на день, задержаться и, в общем, очень приятно время провести и использовать. Вот на этом теперь уже точно все. Я надеюсь, ничего не забыла. Очень не хочу злоупотреблять вашим вниманием и задерживаться надолго. Давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы. Есть ли ботанический сад? Ботанический сад – это в Канди. Чайная плантация – Канди. Питомник слонам – Канди. И катание на слонах там тоже можно, и помыть слона тоже можно, и покормить слона тоже можно. Но здесь вопрос. Если из Унавотуны или из Гали, ну, они рядом находятся, вы поедете на такую экскурсию, это целый день, это долго, утомительно, туда ехать в одну сторону, ну, наверное, ну точно больше 3 часов. Точно больше 3 часов, поэтому смотрите, да, это можно сделать. Либо можно вот одну ночь в Канде забронировать, они сразу все посмотрят, они посмотрят питомник, ботанический сад, они посмотрят чайные плантации, сады специй, и потом уже поедут спокойно отдыхать в Гале на океан. А из Гале можно ездить на экскурсии, которые находятся недалеко, как правило, вдоль побережья. Есть ли там киты, экскурсия, если есть? Киты есть, но, смотрите, они там постоянно не живут, это у них миграция. И миграция, как правило, зимой, январь-февраль, вот декабрь, январь-февраль, вот эти зимние месяцы. И проходят они рядом, вот как раз южную, да, точку они проходят. Есть такое место, называется Мириса, от Гали это не очень далеко, это прям за полчаса, наверное. И от Мирисы на корабликах есть такие экскурсии, возят смотреть китов. С кем? Сама китов не видела, на экскурсию не ездила никогда. Но с кем общалась? Мнения очень разные. Вот я бы эту экскурсию продавала очень аккуратно, предлагала очень аккуратно. Либо отдайте это туристам на их собственное усмотрение и решение. Во-первых, гарантии, ну, во-первых, так, если это не декабрь, январь, февраль, я не рекомендую. Вероятность практически нулевая. Если это декабрь, январь и февраль, то да, она есть, и киты там тоже есть, но гарантии вам никто дать не сможет. И у меня очень отличаются вот впечатления, кто делится своими впечатлениями. Кто-то сказал, что это лучшее, что случалось с ними в жизни, это вообще восторг, это воспоминание, которое останется на всю жизнь. Повезло с китами, их увидели близко, в большом количестве и сфотографировали. Это было что-то вау. А кто-то сказал, что тошнило в дороге, потому что были волны большие. И когда где-то вдалеке один единственный кит просто на секунду там махнул плавником, это не произвело никакого впечатления. И люди очень расстроились. Более того, я вам скажу, читала отзыв на одном из ресурсов.
про отель, про наш отель, про Рэдиссон. И был крайне негативный отзыв, хотя про отель там было, ничего не было написано, но была подробно описана экскурсия про китов, и как было плохо, и как не понравилось, и вообще все не понравилось, и отель тоже не понравился. Меня прям это, ну, естественно, не могло не задеть. Поэтому вот про китов, не знаю, вот вы посоветуете, а людям не понравится. И не хотелось бы брать дополнительную ответственность. Если люди хотят, может быть, они интересуются, им такие морские поездки очень нравятся, тогда да. Но в любом случае декабрь, январь, февраль. Все, больше нет. В другое время нет. Храм Зуба Будды посещали, очень священное место. Оно очень священное, оно очень атмосферное, и да, однозначно стоит посещения, но это если вы будете в Канде, если вы будете там ночевать в отеле Рэдиссон, то до храма Зуба Будды вы дойдете за 5-7 минут, и вам не нужно будет. И причем его же храм не просто можно посетить, а там же церемонии проводятся, и намного более интересно церемонию посетить, а она в определенное время. Например, самая красивая вечерняя церемония, если не ошибаюсь, в 6:30 она начинается там, с подношением цветов, с вот этим ритуалом, с барабанами. Это не просто в храм попасть, а это целый перформанс, целое представление. А это нужно смотреть по времени, по расписанию. Также там есть шоу национальных танцоров, тоже очень прикольно. В общем, Шри-Ланка, я вам рекомендую Шри-Ланку не продавать как чисто пляжный отдых. Шри-Ланка – это намного больше, чем пляжный отдых. И несмотря на то, что остров такой маленький, по большому счету, там огромное количество, вот огромный спектр. А можно поехать на экскурсию на чайной плантации, это на высоте 2000 метров. И там всегда прохладно, там даже можно, наверное, нужно какую-то кофту будет с собой захватить. Невероятная красота, чай зеленый. Но это необыкновенные эмоции. Если у вас туристы все время будут только на пляже, да, там океан, он тоже впечатляет, но мне кажется, нужно сочетать. Про цену на еду в ресторанах города сложно очень сказать, честно. Однозначно скажу, что недорого, но если это будут морепродукты, вот если не морепродукты, то тогда вообще дешево, очень дешево. Если морепродукты, то тогда уже ценник такой. Ну, например, там семья из трех человек, 2000 рублей может. Это в таком хорошем, качественном ресторане, да. Ну, недорого по нашим меркам. Но если без, там, без пафоса, без морепродуктов, то вообще можно, ну, прям совсем дешево питаться. Я вот, ну, будет это индикатором или нет, например, в городе, да, фреш, любой, там, ананасовый или манго, стоит на наши, да, переводя на наши деньги, 100-120 рублей. Это вот такая цена. А так все очень, очень индивидуально, зависит от раскрученности места, на самом деле. Туристическое, не туристическое. И морепродукты, как они сами говорят, морепродукты у них, ну, тоже стоят недешево, к сожалению. Вот. Спасибо всем большое, мне очень понравилось. Мы так активно с вами поговорили, и вопросы мне ваши все понравились. Ну и теперь мы что будем делать? Мы будем ждать от вас туристов в Рэдиссоне. А если они приедут, то я обещаю, гарантирую, им там точно понравится, потому что сервис, который в отеле предоставляют, и внимание к гостям, внимание к мелочам – такое не везде можно встретить. Поэтому ждем туристов с нетерпением. Если попутно вопросы какие-то будут возникать, вы видите мои контакты, но также через Анакс коммуникация возможна. Вам обязательно помогут, подскажут и решат все ваши вопросы. Если по отелю, то тогда непосредственно какие-то вопросы будут. Можно всегда смело задавать мне. Спасибо большое всем еще раз, хороших продаж, удачного дня, отличного настроения и благодарных, хороших туристов нам всем. Спасибо большое.